Мир вам! В ефірі «Бесіди про вічне». Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас на телеканалі «Рудана». І перш за все, хочу привітати усіх із великим святом Воздвиження Христа Господнього. Воно повертає нас у ті часи, коли християни тільки-но отримали свободу віросповідання у могутній Римській імперії. Свята цариця Єлена здійснила тоді справжній подвиг. Сама особисто вирушила до Палестини, щоб знайти той самий хрест, на якому постраждав Ісус Христос. Варто сказати, що на той час більшість місць, пов'язаних із земним життям Сина Божого, була осквернена і забудована ідольськими капищами. І матері імператора довелося чимало потрудитися, щоб розшукати святині. Був знайдений і хрест Господній, і ознаменувалася ця подія воскресінням померлого і зціленням багатьох недужих. Тисячі тисяч людей зібралися до Єрусалиму, щоб вклонитися святині. А що через багатолюдство кожен не міг торкнутися Христа, то його стали піднімати над натовпом. Від цього походить і подальша назва свята – Воздвиження, тобто підняття. Частки древа Христа Господнього знаходяться у різних куточках світу, в тому числі і в кафедральному Криворізькому Спасо-Преображенському соборі. Тож кожен криворіжець може помолитися перед цією величною християнською реліквією у своєму рідному місті. Минулий тиждень приніс чимало яскравих подій Українській православній церкві. Перш за все, напевне, варто згадати торжества у Каневі. Кафедральний Успенський собор цього міста відсвяткував свою 870-ту річницю. З цієї нагоди 20 вересня, в день пам'яті преподобномученика Макарія Канівського, Черкаську єпархію відвідав із архіпастирським візитом предстоятель УПЦ Блаженніший митрополит Онуфрій. Нагадаю нашим глядачам, що Канівський Успенський собор був збудований у 1144 році князем Всеволодом і є одним із найстаріших православних храмів Київської Русі. У травні 1861 року в стінах цього храму перебувала труна з тілом Тараса Шевченка. Могилу Великого Кобзаря на Чернечій горі Блаженніший Онуфрій також відвідав 20 вересня. У підніжжя пам'ятника поету його блаженство відслужив за упокійну літію. На свято Різдва Пресвятої Богородиці предстоятель Української Православної Церкви відвідав із архіпастирським візитом Кіровоградську єпархію. Окрім уставних богослужінь, Блаженніший Владика звершив також освячення Благовіщенського храму міста Кіровограду. За чином освячення та першою божественною літургією митрополиту Онуфрію співслужив і архієпископ Криворізький та Нікопольський Єфрем. В ході візиту предстоятель УПЦ оглянув також інші храми міста та поспілкувався із ктиторами. 22 вересня на свято святителя Феодосія Чернігівського митрополит Київський і всієї України прибув із архіпастирським візитом до Чернігівської єпархії. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Блаженніший Владика вклонився мощам святителя Феодосія та очолив божественну літургію. Спілкуючись із вірними Української Православної Церкви, Блаженніший Владика Онуфрій зазначив, що головною метою його візитів є спільна молитва. У Києво-Печерській лаврі цього тижня відбулися 14-ті міжнародні успенські читання. Конференція зібрала вітчизняних та закордонних богословів, філософів, вчених і культурологів. У рамках читань відбулася також презентація книг, що нещодавно вийшли у видавництві «Дух і літера». Праці видатного богослова-біблеїста Ан-Марі Пельтьє, біблійні читання біля витоків європейської культури та збірника минулих успенських читань, передання і переклад. Нашу передачу продовжує літературна сторінка. У нас у студії протоієрей Олександр Горовенко. Отець Олександр, я вас вітаю. Здравствуйте. Сьогодні ми вибрали для розмови книгу, яку люблять дуже багато людей. Це «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері. Чому ви на ній вирішили зупинитися, по-перше, я хотіла б запитати. І я хотіла б запитати ще, чи вважаєте ви, що ця книга виключно для дітей, чи це все-таки книга для дорослих? Я думаю, що вона універсальна, вона... Интересно и детям, интересно и взрослым. Каждый найдет там свое, потому что Экзюпери, он посвятил ее Леону Верту и сказал не тому Леону Верту, который взрослый сейчас, а тому, который был маленьким. То есть как бы зацепил в своей книге и взрослых, и детей, и успех этой книги
у взрослых и детей, и ее популярность, она обуславливает то, что мы сейчас о ней будем пытаться говорить. В ней очень много скрытых смыслов и таких назидательных моментов, которые нам интересны. Сама книга по себе весьма такая своеобразная, которая описывает что-то, но тем не менее это что-то все равно непонятное. Вот начиная от явления маленького принца, можно даже начать раньше, как взрослый человек показывал всем свои рисунки удава. Дитячий, да, маленький еще? Да, детские рисунки удава, который проглотил слона, и вид сверху, и вид изнутри. И вот даже этот сам первый момент такого удивительного взрослого, который другим взрослым показывает свои же детские рисунки, которые эти рисунки не понимают. Этот уже первый момент показывает какую-то тайну этой книжки. Потому что в жизни так не бывает. С одной стороны, это сказка, с другой стороны, это, можно сказать, сказка-притча, которая несет какой-то скрытый смысл. Первое, на чем я хотел бы остановиться, но я надеюсь, все, кто у нас смотрят, эту сказку читали. Если не читали, срочно найти и прочитать. Она величка, и можно прочитать швидко. Да, весьма небольшая и довольно интересная. Там 40 минут вам хватит, чтобы ее прочитать. Первый момент, который интересен, это падение этого летчика, одного из главных героев повествования, в пустыне. Вот сам главный герой, который встречался с маленьким принцем, он по своей профессии был летчиком, как и, в принципе, Экзюпери. Экзюпери, он влюблен был в свою профессию, в авиацию, вот в сам полет. И это же и описывает свои сказки. И мы видим, что в первых страницах повествования мы читаем, что пилот приземляется в пустыне, совершает вынужденную посадку для того, чтобы починить самолет и продолжить дальнейшее свое путешествие, и он вынужден опуститься в пустыне. Некоторые люди, которые писали, скажем так, рецензии, что ли, на эту книжку, или какие-то свои мысли, они вот в этом первом событии, они видят некий прообраз, что все человечество, оно находится в пустыне. Потому что если посмотреть на мир, вот, который мы имеем сейчас, то, как сказал Андрей Кураев, можно о нем сказать так, мы находимся на оккупированной территории. Вот, во всех мифах, во всех легендах мир темный, мир злых духов, он находится под землей. Где-то там ад, вот, принято изображать. Все темное, там река смерти, там всякие египетские вот эти мифологии. Все вот это злое, темное, желающее причинить вред человеку, находится под землей. Христианство говорит иначе. Оно говорит, что называет дьявола и его приспешников духами злобы поднебесной. То есть вся злоба, сконцентрированная в демонах, дьяволе и его ангелах, которые пали, она сконцентрирована не под землей, а в воздушном пространстве. Таким образом, сама земля, она находится как бы в некоем колпаке, который окутан вот этими злыми духами. Она находится отдельно от благодати Божией. Максим Исповедник в своем слове о Голгофе, он приводит такой пример, что Христос, когда претерпел смерть на кресте, он пребывал не на земле, а именно в воздухе. И вот это пребывание в воздухе, оно показывает, что Христос очищает этот воздушный скверный мир и своим крестом пробивает тоннель на небо, куда душа человеческая должна вознестись. Ну вот с этим, с этой, так сказать, духовной оккупацией земли связано учение, оно не догматизировано, но как бы учение в предании о мытарствах. Когда душа человеческая, поднимаясь на небо к Богу,
не на то небо, которое мы видим, а на небо, где небо находится царство, Бог, да, то угу. она должна пройти вот некие заграждения, которые представляют собой злых духов. И вот посадка пилота в пустыне — это некая заброшенная душа на землю, которая сама по себе. Вот ты на земле находишься, ты в обществе людей, да, тебя окружают, но окружают такие же потерпевшие крушения в пустыне. Вот тобто ти, по первый, суті, один-єдиний. Да, первый момент, вот, ты должен сам сражаться за себя, за свою жизнь. Если ты не будешь сражаться, ты погибнешь. Это еще нам напоминает притчу Христа, где он говорит, что некий человек шел из Иерусалима в Иерихон. И на этой дороге его поймали разбойники, побили, раздели, ограбили и оставили еле живого, которому помог самарянин, которым Христос подразумевает себя. Проходил левит, священник, проходил ветхозаветный закон, который не смог помочь человеку. Только Христос, пройдя, оказал ему помощь. Так и здесь. Душа человеческая, она идет от падшего мира в Иерусалим. Вот Иерихон — это грех, Иерусалим — это святость. И вот душа человеческая от греха должна дойти до Иерусалима. Так и здесь. Пилот попадает в пустыню, но он должен подняться вверх. Он должен дойти до конечной точки. Можно перенести это на водное пространство, когда жизнь сравнивают с бурным морем, а церковь с кораблем. То есть, если ты попадешь на этот корабль, ты имеешь шанс доплыть, если тебя не смоет с палубы там, очередной волной. И вот первый назидательный момент – пилот в пустыню попадает. Этот пилот — это все мы. Мы попали в эту пустыню. Мы попали на оккупированную территорию, территорию сатаны, которую очистил Христос на Голгофе, указал нам путь, но не расчистил его полностью. То есть мы должны прикладывать свои усилия. Сами потрудитесь, да? Да. Это как бы первый назидательный момент, который я увидел в этой сказке. Вот попали мы в пустыню, надо с этим как-то бороться. Следующий момент, который также эта книга цепляет, это уже именно борьба. Пилот встретился с маленьким принцем, удивился, откуда, кто, что. За тысячу километров. Непонятно, да. Вот сказка есть сказка, и можно тут усматривать некую там благодатную сущность, которая помогает человеческой душе на пустынной земле, безблагодатной, безводной. И у них завязывается диалог о том, есть ли барашек кусты. Вот мы помним, что пилот нарисовал барашка в коробке. Потому что предыдущие не подходили, то был хиленький, то молодой, то сильный, то здоровый. И он нарисовал коробку, говорит, вот в этой коробке есть барашек, тот, который тебе нужен. И маленький принц спрашивает, а есть ли он кусты? И у них зашел разговор о том, что барашек должен бы есть кусты, и он их ест. И когда пилот спросил, почему, он говорит, что на моей планете есть много семян разных в земле, которые спят до определенного времени. И добрые, и злые. Среди злых он назвал семена баобабов. И привел как случай, что некий человек, живя на своей планете, вовремя не выпалол этих баобабов, и они планету эту разорвали просто на части, когда выросли. Маленький принц, он такое правило говорит, вставши с утра, приведи себя в порядок, умойся, причешись и приведи в порядок свою планету. То есть это слова, ну прям к душе человеческой. И потом Экзюпери говорит, очень много об этом говорит, и говорит, почему я пишу там, берегитесь баобабов, потому что это очень важно. Вот каждый христианин, если это перевести в нашу плоскость, то можно сказать, вставши с утра, приведите в порядок
себя как человека, как свое человеческое тело, потому что невозможно встать от глубокого сна и сразу начать молиться там какими-то возвышенными словами. Необходимо глаза открыть как следует. То есть приведи себя в порядок, а потом приведи в порядок свою планету, то есть свою душу. Настрой ее на определенную волну. Все знают, что бывают такие моменты, когда ты встал не с той ноги. Все тебе не так. Все мешает, все раздражает. И вот призыв «приведи в порядок свою планету, выпали этих баобабов» — это призыв к христианину «настрой себя на нужный лад». Зі своїми гріхами трошки поборися, так? Я розумію? Так, і з гріхами, і... З роздратованістю, з якоюсь, да? З неналаштованістю на щось добре. Понятно, да. От настройка на щось хороше. Ну, к примеру, можна встати і включити сразу какую-то популярну музику, которая будет потом тебе полдня в голові. Ти вже її виключила, вона повторяється і повторяється. Какая-то мелодія или какие-то слова. А можна... встать и прочитать какой-то евангельский текст. Это будет приведение своей планеты в порядок в том плане, что ты настроишь свою душу на определенную волну. Есть такие люди, мы их называем святые, которые эти семена баобабов могли различать еще на стадии зарождения. Маленький принц говорит так, что когда баобаб растет и что-то полезное растет, то их невозможно отличить друг от друга, они похожи. Но когда дерево подрастает, то уже видно, что это не куст, не роза, не что-то такое полезное. Это баобаб, который, если его вовремя не уничтожить, он уничтожит тебя. Так святые могли бороться со своими грехами еще в той стадии, где мы этого греха и не видим. Потому что многие грехи, грехи наши получаются с добрых замыслов. Вот решил сделать что-то доброе, а тебя за это наругали. И ты пожалел, что сделал добро, и возроптал за то, что на тебя наругали. То есть ты не только не приобрел добрым делом ничего, ты еще и потерял то, что мог бы иметь, и еще больше грехов приложил к этому. Бывает так, подходят, жалуются, говорят: вот милостыню дала там человеку, сидящему возле церкви, а он меня наругал. Человек так с обидой подходит. Я говорю: ну вы потеряли и милостыню, потому что пожалели, что дали уже. И своим ропотом добавили плюс еще один грех. То есть вот таким образом бывает, что когда мы хотим сделать доброе дело, святые отцы уже в этот момент видели, что с него получится что-то греховное, либо видели, что здесь есть большая опасность. И поэтому нам можно бороться с нашими душевными баобабами, так можно сказать, с грехами, уже на той стадии, когда мы их видим, когда мы можем различить, что это действительно грех. Эта мысль, она реализуется в грех. Ведь изначально все наши грехи — это изначально добрые стороны человеческой жизни. Нет ни одного греха самого по себе. Это любой грех — это извращенный добродетель. Ну, к примеру, Бог сказал: «Ешь от всякого плода». Вот приходит вечер, я чувствую, что я должен исполнить заповедь Божию. «Ешь! Хочу есть!» Но дальше уже вот здесь заповедь, Бог не сказал мне: ешь в 6 утра там вермишель. Он здесь оставил мне свободу. Сам решай, что тебе есть. И дальше уже этот баобаб внутри прорастает до того, что я напхался так, что глаза уже не закрываются. Изначально это была заповедь Божья, которую я решил исполнить честно и добросовестно, но переусердствовал. То есть не смог остановиться там, где надо было бы остановиться. Это как бы пример того, как из изначально доброго дела может вырасти грех. Как из ростка розы может вырасти баобаб. Может пробиваться роза, а с нее получится баобаб. И поэтому
Этот момент я считаю весьма назидательным. Встав с утра, приведи себя в порядок и приведи в порядок свою планету. Пропали баобабы. А мы как люди немощные, то нам надо полоть эти баобабы и в обед, и после обеда, и вечером, и перед сном, потому что в «Маленького принца» была небольшая планета, и, наверное, баобабов было не сильно много, а у нас столько их, что через каждый час можно полоть наши греховные грядки и приводить в порядок свою планету. В принципе, христианин — это тот, кто умеет начинать каждое мгновение жить сначала. Вот, Боже, прости, сделай то, что я сделал там, не бывшим. То есть, пускай я буду новой планетой. Да, внутри сидят семена старых баобабов, они прорастут, но по твоей милости я буду с ними бороться. Это как бы путь христианина. Потому что христианин — это не планета, которая чистая. Христианин — это и святой человек этот со своими баобабами внутри. Но христианин — это тот, который все время пытается с ними бороться. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову і сподіваюся, що ми будемо подорожувати далі разом із маленьким принцем по його планетах і по землі. Читайте книги «Ангела-хранителя». Ми продовжуємо розповідати вам про священиків Криворіжжя, яким випало на долю служити у криворізьких храмах за умов репресій та гонінь на християн. Сьогодні мова піде про отця Миколая Ангелова, останнього настоятеля Миколаївського храму, що колись стояв неподалік від станції Вечірній Кут. Нам вдалося поспілкуватися із його дочкою Марією Миколаївною. Ми відвідали її разом із істориком Анатолієм Охінченком, який досліджував історію цього храму. Йому я передаю слово. Священник родился в 1891 году в городе Мценске Орловской губернии в семье потомственных священнослужителей. После окончания Орловской духовной семинарии, где отец Николай получил фундаментальное церковное образование, он начинает службу в сельских приходах Орловской и Курской областей. После окончания гражданской войны и установления советской власти отцу Николаю часто приходилось менять место службы и переезжать из одного сельского прихода в другой. В 30-е годы, когда в стране повсеместно устанавливается сталинская антирелигиозная политическая кампания, многие священнослужители подвергались арестам, издевательствам, пыткам, всевозможным ущемлениям. И в этот же период, в 1932 году, таким арестом подвергается и семья священника. Вначале был арестован старший брат отца Николая, Иван Васильевич Ангелов, который работал бухгалтером. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и после нескольких месяцев заточения в одном из лагерей расстреляли. Отец Николай тоже был арестован и на 5 лет брошен был в сталинский застенок. Розділивши долю інших сповідників віри, Миколай Ангелов відсидів увесь строк. А потім повернувся до своєї пастви. Перед Великою Вітчизняною приїхав з родиною до Дніпродзержинська, а під час окупації сім'я опинилася на Донбасі, в Артемівську, де священик не міг служити, а натомість працював завгоспом у дитячому садку. Він був дуже хороший, дітей любив, добрий такий. Папа був ласковий, завжди интересовался, как ты меня, как я учусь. Он очень был заботливый такой. Любил стихи, любил петь, любил. Очень всегда песни пел. Ну, сначала туго было. А как? А как во время войны? Помню, на карточке хлеб покупали, это карточки выдавали, кто работал, там что-то, поскольку там это грамм, получали хлеб, ходили. Ну и так и жили. Очень-очень трудно было, конечно, трудно. И в школе тоже, вот
особенно я не говорила, что я дочь священника. После окончания Великой Отечественной войны и изгнания немецко-фашистских оккупантов с территории Украины, отец Николай возвращается в Днепродзержинск. Там он служит в городе, затем служил в храме в селе Кар-Хутора. А в 1953 году архиепископ Днепропетровский и Запорожский Гурий предписывает протоиерею Николаю Васильевичу Ангелову служить вторым священником в храме во имя святителя Николая Чудотворца, который находился на бывшем Октябрьском руднике. Отец Николай служил почти 7 лет в храме до его закрытия в 1960 году. Закрытие храма очень сильно сказалось на нравственно-психологической обстановке в районе, когда верующие не имели возможности посещать Божий храм. Тяжело переживал это и отец Николай. 12 января 1960 года архиепископ Гурий предписывает отцу Николаю проводить службу Божью в Свято-Покровском храме на Карноватке. И здесь отец Николай прослужил до 25 апреля 1960 года, когда городские власти принимают кощунственное решение о закрытии и этого храма. После закрытия вышеназванных храмов отец Николай служил в единственном в то время в городе Вознесенском храме на Мудреной, где настоятелем был молодой священник отец Константин Харитонович Агиенко. Очень часто к отцу Николаю приходили на дом люди с различными просьбами отпевать покойников, крестить детей. Никому не отказывал священник, хотя понимал, что за ним следили, что сыпались доносы один за другим. Но отец Николай не мог поступить по-другому. Священник практически до конца своей земной жизни служил в Вознесенском храме. 22 января 1964 года протоиерей Николай Ангелов получает последнее, вечное предназначение – служить в Господнем Небесном храме. Отпевал его отец Константин на кладбище поселка Бажаново, где и покоится прах священника. Со смертью отца Николая ушел как бы кусочек той былой, великой, православной святой Руси, которая была разрушена в годы советской власти. Хочу нагадати нашим глядачам, що при Духовно-просвітницькому центрі храму Різдва Пресвятої Богородиці тривають Богородичні дні української та церковної культури. І кожен бажаючий може відвідати заходи, які підготували для вас члени молодіжного братства імені святителя Петра Могили та дослідники історії Криворіжжя. 28 вересня у неділю при храмі Різдва Пресвятої Богородиці можна відвідати виставку, присвячену священицькому служінню. Початок екскурсії об 11:30. О 15-й годині – перегляд документального фільму «Холодная оттепель 61-го года». О 15:45 почнеться лекція на тему «Хрущовські гоніння на Криворіжжі». Лектор Анатолій Охінченко. 4 жовтня у суботу об 11:30 екскурсія по виставці, присвяченій священицькому служінню. О 12-й годині – презентація навчальної програми «Агіологія» для викладання у недільних школах. Доповідач – іродиякон Митрофан Бошко. О 14-й годині – лекція «Церква та українське козацтво». 5 жовтня у неділю об 11:30 екскурсія по виставці, присвяченій священицькому служінню. О 15-й годині – лекція «Київ. Новий Єрусалим». Лектор і іродиякон Митрофан Бошко. Наша передача підійшла до завершення. Мені залишається тільки попрощатися з вами до наступних зустрічей і побажати усім нашим глядачам миру і любові. Ангела всім хранителя!